वागीषजस्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अनर्पित चरिं चिरात करुणावतीर्ण कलु समर्पयति उन्नतो उज्ज्वलरसं सभक्ति श्याम। हरि पुरट सुंदर द्युति कदंब सन्निवित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु भो शिशचिनंदन। शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद टोल। शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद сказал, что чтобы занять людей, обычных людей, в настоящем харибаджане, я был вынужден принести им какие-то беспокойства. И я прошу прощения за это. Так или иначе, они неправильно поняли меня за эти мои действия. Я снова и снова говорил, какая же обязанность Гауди Матха? Какова же настоящая обязанность, настоящий долг Гауди Матха? Я снова и снова говорил, вы, может быть, помните, going here and there, что те, кто путешествует по этому миру, и чтобы принести их, привести их на путь настоящего харибаджана, это и есть обязанность Гауди Матха. И внешний неприятный долг Гауди Матха состоит в том, чтобы остановить неверное течение этого мира и изменить его, направив в нужную сторону. Шрила Прабхупада говорил, что я был вынужден говорить об абсолютной истине, но не все могли вытерпеть такую неприкрытую истину. И для того, чтобы занять их в харибаджане, я, может, принес им какие-то беспокойства, и они могли неправильно понять меня. Но в тот или иной день они могут понять правильно, что я хотел донести до них. Если они осознают это, то тогда они будут довольны мной, что делать. Шрила Прабхупад снова и снова говорит, что есть два вида даршан. Один — это ведадрик. Это если вы получили полную милость парампара, то тогда вы можете развить такой вид даршана. Это ведадрик. Это значит, что веды, Бхагаватам, все писания, они помогают вам обрести даршан такой, какой он есть. А сейчас, что мы видим, это не то, как оно есть. At present, the darshan is not at all perfect darshan. Сейчас то, что мы видим, это не совершенный даршан. Шрила Рупа Госвами, Санатан Госвами и прочие Госвами. You know, they are having this kind у них есть этот чистый даршан, вещей таких, какие они есть на самом деле. Все наши гурвага, Шрила Прабхупад, Бхактивинода Тхакур, они могут видеть совершенно, что есть что. Но есть другой даршан, это манасидрик. Это такой даршан, основанный на теле и крови, и, то есть на телесной концепции. То есть куда бы мы ни видели, мы видим только кровь и только плоть, видим какие-то, в общем, внешние формы. Но вы забываете, что это внешняя красота, все, что вы видите, it's not going to stay here in this material world.
это не будет находиться долгое время в этом материальном мире, и вы тоже вскоре уйдете из этого материального мира. На самом деле, если кто-то говорит что-то против чистого вайшнава, то чистый вайшнав, он не гневается, поскольку он знает, что все его оскорбления, то, что он говорит, они не вечные. Тот, кто говорит, тоже не вечный. Та ситуация, в которой он говорит, тоже не вечная. Поэтому зачем вайшнаву гневаться? А с другой стороны, я могу сказать, те чистые преданные очень рады тому, что если кто-то говорит что-то плохое о них. Почему? Поскольку в этом случае люди не будут приходить к нему, к вайшнавам, и вайшнавы могут посвятить больше времени служению Господу. И вот Чила Прабхупад говорил, вот между этим трансцендентным миром и духовным, между трансцендентным и духовным миром огромная разница. Она подобна пропасти, она бесконечная. И эта разница, она олицетворяет собой телесную концепцию. Чила Прабхупад говорил, there is one line touching that point in center, and from the center, if you try to get circle, you can be caused some acute angle create. Then after that, more and more. Из одного центра. Центра будем, из этой точки проведем линию, и if original point when it started it touches, then it become 360 angle. То есть если, в общем, проводить линии относительно линии, находящейся под углом, it is called 360 degree angle. То есть будут разные градусы. This example is not perfect, I think so, but still Popa speaking this way. В общем, суть этого примера, что чистые вайшнавы, их зрение полно, оно не какое-то одностороннее. И все, что они видят, они видят то, как оно есть. That's why you should sing Kulodevi Jogumaya Amrita. То есть я вчера говорил, что Майя Деви, она из-за ее влияния мы не можем видеть вещи такие, как они есть. So I cannot get in touch with that Supreme Lord. Парамбуджа Санта Госвами Махарадж used to give one nice example. Шрила Бхакти Кумуд Санта Госвами Махарадж, он приводил такой пример, я тоже его привожу. Он говорил, мои дети, смотрите. Very, very pure honey. Есть очень чистый мед. From lotus flower, he collected special. So flavor alone, if you put the honey here, all the цветов лотоса настолько прекрасен, что если поместить его в какое-то помещение, то это помещение, оно наполняется этим чудесным ароматом, и пчелы, они вынуждены прилететь на запах этого меда. И Махарадж говорит, что этот особый мед из цветов лотоса, он находится в одной стеклянной емкости. Пчелы, они летают вокруг. Это емкость, стеклянная емкость с медом, но пчелы не могут прикоснуться к меду. И так же с нами Шрила Санта Госвами Махарадж, он приводит этот пример, что мы, хотя, может быть, и чувствуем и видим этот нектар, который находится в лотосных стопах Сочетания Нитянанды, но из-за влияния майя мы не можем прикоснуться к нему, как пчелы не могут прикоснуться к меду, который находится в стеклянной емкости. И вот в Пури я уже говорил насчет этой шлуки. Шри Чайтанна Падам Бхуджо Мадхупебхьо Намо Намаха. Катанчит Асраяд Есам
саупи тадганда бхаг бхаве. Those who are honeybees, those they are hovering around the lotus feet of Chaitanya Charitamrita, they are very nectar nice. Вот те пчелы, которые вьются. They are getting flavors. Вокруг лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху они чувствуют прекрасный аромат. И кружат вокруг, и звук, который они издают, он подобен санкиртана. И вот это слово, оно во множественном числе, то есть те пчелы. Пчелы олицетворяют собой нашу гуру-варгу. Guru Varga, Rup, Raghunath, they are honeybees, they are on our Popa, Nathimino Chaku, they are honeybees. То есть эти пчелы не олицетворяют собой нашу Гуру Варгу вчера. Также я привел пример, какой пример. Я сказал, что все знают, что во всех цветах, несомненно, есть мед, но мы сами не можем получить мед из этих цветов. Если мы будем как-то их обрабатывать, измельчать, выжимать, то ни капли меда мы не получим. Мы должны полностью зависеть от пчел. И эти пчелы, наша гурварга, мы должны зависеть от них. И относительно лианы бхакти, я тоже сказал, что бхакти, это лиана бхакти, чтобы вырастить ее в вашем сердце, вам нужна какая-то поддержка. И чтобы эта лиана преданности выросла в вашем сердце, что нужно делать? Нужно, чтобы была поддержка, иначе лианы не растут просто вверх. Им нужно какой-то ну, какой-то столб или еще что-то, чтобы они росли вверх. То есть, а если ваша такая ну, основа для роста этой лианы не постоянно, то не будет она, в общем, постоянно расти вверх. А что олицетворяет собой? Это поддержка. Это чистые гуру вайшнавы, которые не имеют никакой связи с этим материальным миром. Шрила Прабхупада основал 64 разных гауди мантры по всему миру, но все же Шрила Прабхупада нишкинчан, ничто не затрагивает его сердце. Кто-то может сказать, Шрила Прабхупада, а ты основал 64 матха за короткое время, а Шрила Прабхупада говорит, что говорите? Я хочу утвердить Гауди Мат в сердце всех живых существ. Я хочу утвердить Гауди Мат в сердце всех живых существ, всех дживатв, и вы смотрите, как милость Шрилы Прабхупады. И вот это главная вещь, что наша гурварга, они подобны этим медовым пчелам, и мы должны зависеть от них. Если вы прекратите общение с ними, то вы не сможете получить силу. И вот а если наша связь ну, плохая, то это подобно электричеству. Но если у нас была плохая связь, то, в общем, ничего хорошего не будет. Если вообще связи нет, то еще хуже. Бишашакта читтянам кришна веша судуратха. Парамбуджа Сридхар Госвами Махарадж used to give a nice example. Сридхар Госвами Махарадж, он приводил прекрасный пример. One lotus flower, пример с цветком лотоса, он находится в very nice lake. There is very, very nice lotus flower. Цветок лотоса, он растет в озере с прекрасной чистой водой. И Прабхупада Сила Чидада Госвами Махарадж говорит, что этот цветок, он очень прекрасен. И с восходом солнца красота цветка, она выражается все сильнее и сильнее. И вот и с восходом
солнце, красота этого лотоса, она другая. Но еще Лакшмидас Дасгупта говорит, например, что этот лотос он оставит воду. Также в сезон засухи вода, когда высыхает, этот цветок лотоса, он там, в этом озере, которое было озеро, но из-за того, что слишком сухо, нет воды, этот лотос, он находится без поддержки воды. Если раньше он получал поддержку от лучей солнца, от воды. In that case, that very lotus flower, the scorching sunlight can burn it off. Follow my point. И смотрите, если лотос находится без воды, то есть лучи солнца не просто сожгут его, и он засохнет, но если он находится в воде, то то же самое солнце, те же самые лучи солнца, несмотря ни на какой сильный свет и жар, он не приносит никакого вреда лотосу, если он находится в воде. Если воды нет, то солнце просто засушивает лотос. И также и те дживатмы, которые оставят поддержку общения с Гуру Вайшнавом, которые подобны воде. Тот же самый Кришна, который находится там, он не может помочь нам тогда. Tap, it is called, you know, misery. Это наша неудача. It is called misery. And burn you up. Он может зажечь нас, и мы помрем. Наша духовная жизнь, она прекратится. И поэтому не гневайтесь на меня, поскольку Шрила Прабхупад сказал, что обязанность Гауди Матха – это разрушить какие-то неправильные представления о каких-то вещах. Сегодня самый великий день, когда я могу говорить о Гауди Матхе и Шриле Прабхупаде, это слава Гауранги Махапрабху. Гауранга Махапрабху явился здесь, но важнее говорить о антологии, то и в этот день я могу громко говорить о Сиддханте Шриле Прабхупаде, чтобы получить полную милость Гауранги. You can find one point. В читании Чайтамрити можно найти некое высказывание. Кай моно бакке каре удбегна диве. Вот эти слова. В читании Чайтамрити говорится. Кай моне бакке каре удбегна диве. By body. By body or by mind. Если мы телом, умом. Кай мон бакьо, or by speech. Или словами у нас нет права причинять боль каким-то другим живым существам. Это описывается в Шри Чайтанья Чайтамрите. Very vital point. Очень важно. Physically. Физически. Mentally. Умом, словами. That mental torture you are doing, you cannot do. Kai mon bakshya by speech also you cannot give pain to others. То есть мы не можем причинять боль другим каким-то, ну другим живым существам нашим поведением либо словами, но это применимо к Харидас Такур, к Санатане Крупе. Но когда наша парампара, наша гурванга, Шрила Бхактивинода Такур, Прабхупад, Шрила Бхактивайба Пуригасвами Махарадж, они иногда говорят очень жестко, хотя внешне выглядит, что они нарушают это правило, которое описывается в Шри Чайтанья Чайтамрите. Они так жестко говорят, разве они нарушают правила? Нет. Это не так. That's why, и поэтому, you know, it is written, говорится, Кай моно бакье каре удбегна диве. That is for actual Hari Bhajan. Это для. If your purpose, if your если ваша goal цель is perfect, совершенно,
Если говорите все, you have no enmity, nothing inside your heart, no jealousy. Because if you have some sort of jealousy inside you, you are sitting in Vyasasan, and you think I have the chance to speak heavily, attack them, then you are committing aparadh. Ну, то есть, если committing вы говорите с целью помочь кому-то, то это хорошо. Then I would be punished by Gauranga. А если еще мы говорим полуправду, то есть это не правда, это полуправда, это тоже плохо. Мы должны говорить об абсолютной истине. Полуправда – это совершенно другое. И вот человек Кешава Госвами Махарадж говорит, тех, кто хотят, and they like to misuse this word, they like to mislead people, misguide people. People are misled. They like to misguide people. In that case, very big problem. Ну, то есть, а те, кто прикрываются этой шлокой и неправильно ведут людей, during his preaching, то ничего хорошего в этом нет. Но смотрите, Чайтанья Махапрабху никогда его сострадание Шри Чайтанья Махапрабху, оно бесконечно, нет никакого ничто, чтобы могло сравниться со страданием Шри Чайтанья Махапрабху, но это не значит, что Шри Чайтанья Махапрабху может идти на компромиссы с какой-то сахаджи сиддхантой. И поэтому я привел такой пример из Джагананды Прамавиварты. Вы должны все читать Прамавиварту. Sarol hoile gorar sikha bujhya loibe. If you are plain hearted, if your heart is parallel to your speech, и вот говорится, что если вы просто сердечны, вы искренне, ваше сердце, оно, то есть ваши дела находятся в параллели с вашими мыслями, вы сможете понять учение Шри Чайтанья Махапрабху. И также говорится, gorar vichar loile phal phale. Log dekhano gora bhaja tilak matro dhari. Гопонете оттачар гора дхаре чури. You know what I speak? Green banana. That's why I request you like to learn Bengali. Very sweet, very nice. А также вот в этой шлоке очень прекрасным образом говорится, что ну если кто-то but Jagadananda want to speak the, this no, way that Gorarami bolile nahi chale. Вот со слов Джагадананды, если мы просто хотим доказать, что мы близки к Гуранге, то есть это не, этого недостаточно. Гурар вичар, гурар ачар, гурар вичар роиле форво. All the teachings of Gauranga Mahaprabhu, all the etiquette is shown by Chaitanya Mahaprabhu. If you can accept in your life, then you have right to speak that you are. А тогда, когда мы примем учение Шри Чайтанья Махапрабху, его поведение, его принципы, и только тогда можно сказать, что мы по-настоящему приблизились, мы стали дорогими Господу Гауранге. Как, например, пример с Наротом Дас Такуром, хотя он пришел позже. Бхактивинода Тхакур пришел еще позже, но они вечные спутники Шримана Махапрабху. И вот пример, однажды Бхагавати Ма приехала в Навадвип, чтобы получить даршан Гуру Кешава с Бабаджи Махараджа. И вот он очень удивился. Ты пришел сюда, почему? Что-то купить? То есть ты приехала сюда, зачем что-то купить на рынок? Нет. А зачем так издалека получить даршан божеств? Нет, почему?
чтобы получить твой даршан. Мой, почему? Смотри, в твоем доме сам Гора Прасад. Бхакти, он так вот, а ты так приехала так далеко. Почему? Шрила Бхакти, он так, он вечный спутник Гуранги Махапрабху. Он живет в твоем доме, а ты оставила его, приехала сюда. Зачем? Смотрите, это настоящая сиддханта. So you see, и вот Гора Рами болиле, мухе болиле не чал. You can speak this announce. То есть можно как-то внешне показывать, что мы последователи Гуранги. Но что это касается Гуранги, Гуранга не заинтересован в этом. То есть важно принять его учение Рупа Рагунатха. When Bhaktivinoda was speaking, I can ничего come back нет, to the Siddhanta, not clear. Они, дорогие Господи Гуранги, и вот Шрила Бхактивинода так говорит, что нет нужды строить, не пытайтесь строить большие храмы, большие здания, поскольку вы не нейтральны, вы не беспристрастны, вы недостаточно возвышены для того уровня. И те, кто, у кого нет такой беспристрастности, если они строят какой-то матх, они вынуждены будут льстить кому-то. И я раз говорил, еще раз повторю, что если мы занимаемся лестью, то мы не сможем стать настоящим проповедником. Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, если any kind of eventuality coming in front of me, I'm ready to stand. То есть Шрила Кешава Госвами Махарадж говорил, что если мы беспристрастны, то какие бы обстоятельства не приходили к нам, то мы никогда не изменим наши сиддханты, наши решимости. И смотрите, Нитянанда Прабху, когда он открыл Намахату в Гадруме, и Шрила Бхактивинода Тхакур, он говорит о себе как о подметальщике Намахаты. Что это значит? То есть, ну, любой мусор, который мы приносим, ну, в Сампрадаю, и особенность чисто гуру вайшнава, что они выметают этот мусор из сампрадая. И в Пури, в прошлом даме очень многие хотели убить Шрилу Прабхупаду, поскольку Шрила Прабхупада говорил об абсолютной истине, и они разгневали. И что делать? Если вы боитесь говорить о абсолютной истине, то вы не сможете стать настоящим проповедником. Вы можете собрать какие-то материальные ценности, какой-то мусор, но проповедник из вас не получится. И вот дарма, вайшнава дарма. Что говорить о вайшнава дарме? Even general dharma, with which all social people they are busy. Deha dharma, body. A dharma related with this body, it's not permanent dharma, but it's body dharma. Dharma связанная с этим телом. То есть с умом. They are all frustrated. They are busy with this. То есть люди. They prove that I am in anugata, but they cannot do anugata. Their disease is there. Big disease there. Mental disease. Manasik dharma. They can do anything like whimsical madman. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, и чтобы доказать,
То есть, несмотря на то, что, на какие препятствия, на какие обстоятельства, если мы не должны отказываться от нашей сиддханты, от того, что описывается в Чайтанья Чаритамрите и прочих писаниях. И вот если мы всем сердцем принимаем учение Чайтанья Махапрабху и следуем его наставлениям, то только... то только тогда можно сказать о нас, что, что мы настоящие последователи Шри Чайтаньи Махапрабху. Ну, то есть, ну, Махарадж говорит о том, что внешне, ну, можно в Индии наблюдать, что... То есть, многие люди, они одеваются как преданные, носят тилаки, джапы и прочее, но не следуют учению Шри Чайтаньи Махапрабху. То есть, внешне они выглядят как вайшнавы, но этого мало. Нужно следовать учению Шри Чайтаньи Махапрабху, и тогда... можно будет о нас сказать, что мы настоящие последователи Шри Чайтанья Махапрабху. И вот, что значит? То есть, если наш даршан, полный даршан, он на 360 градусов, то есть, куда бы мы ни смотрели, мы получаем полное видение вещей так, как они есть. И вот сейчас я вернусь к тому, с чего я начал, что это. अनुपित चरिंग शिराग करुणा वतरण कलो समाधपत उन्नत हो जलरसम सवित सवक्तिस्त्रियम हरि ही पुरुष सुंदर द्वितीय गदंब संदीवितो सदा हिदायक अंदरिस प्रतिवस्तिस्वचन टुडे Мы хотим видеть явление Шри Чайтаньи Махапрабху в нашем сердце. Шри Чайтаньи Махапрабху явился там, это хорошо, но я эту шлоку я начал сначала, что мы заняты какими-то материальными вещами. И это проблема. Поэтому мы слепы и не можем видеть. Я уже сказал вам, что мы заняты в основном заняты тем, что видим какие-то внешние формы. Есть, я уже говорил, есть Ведадрик и Манасидрик, два вида даршана. Эта концепция, она очень плоха. Если вы хотите стать хорошим преданным, вы должны избавиться от этого материального даршана. То есть, если вы видите только материальные аспекты вещей, тогда вы не сможете стать настоящим саду. И в начале всего, Шри Чайтанья Махапрабху, он не тот, какой... не какой-то объект, который мы можем видеть. Шрила Прабхупада очень жестко говорит об этом. Шри Чайтанья Махапрабху – это не человек или не какой-то объект, который можно увидеть. Шри Чайтанья Махапрабху – это не объект моего взгляда, моего видения. I can put one photo in my room. Okay, you can write. That is also one kind of gratification, sense gratification. You like to get the taste of your eyes. То есть просто наслаждаться видом Чайтанья Махапрабху. Those rich people, they are decorating their inside room with nice coloring picture of Krishna. Don't think they are devotee. You are foolish. Это просто удовлетворение чувств. И в Индии можно видеть, что люди вешают красивые картинки Кришны в своем доме, но они... Но если мы думаем, что они преданы, это глупо, поскольку они просто хотят наслаждаться внешним видом Кришны.
Но с другой стороны, нужно совершать баджан со стороны Веда-дрик, даршана, основана на писаниях, на милости Гурваги. Вы должны вести свою жизнь так, чтобы Кришна захотел увидеть вас. Иначе, если вы не можете этому следовать, то следующие миллионы жизней вы не сможете стать успешными до тех пор, пока вы не поймете эту точку, не поймете это значение, то как мы должны совершать баджан. Мы должны вести нашу жизнь таким прекрасным образом в преданности, чтобы сам Шри Чайтанья Махапрабху захотел увидеть нас. Подобно тому, как я привел пример с Дровой Махараджем. Кришна, он захотел увидеть, кто этот мой преданный. Я хочу увидеть его. И вот Кришна, он сам Кришна захотел увидеть его, и тогда Кришна, он пошел в Мадхуван увидеть. But each and every case, everywhere you can find, whenever you are doing the bhajan, Krishna can give darshan to you. That is the way. But in the case of Dhruva Maharaj, it is just opposite. То есть мы можем найти, если мы совершаем какой-то баджан, то мы можем получить даршан Господа. Но Дхрува Махарадж находился на таком уровне, что сам Кришна захотел увидеть его. И Шрила Прабхупада говорит, если вы хотите увидеть лотосные стопы Шри Чайтанья Махапрабху, если ваша санкиртан-ягья, она совершенна, если вы принесли свою жизнь для санкиртан-ягьи, если вы хотите принести вашу жизнь в жертву для санкиртан-яги, то будьте уверены, сегодня вы можете получить даршан Шри Чайтанья Махапрабху. И вот каждый преданный должен чувствовать сегодня, они должны совершать баджан таким образом. You can see inside their heart today. Они должны видеть. Hari Purada Sundaradhati Kadambo Sandipito Sada Hidai Kandari Spurutubo. Шри Чайтанья Махапрабху внутри их сердца. That's Sri Sachinanda. И вот этот Sri Sachinanda. Now that just changing his color and Baba, getting the Baba of Radharani and golden complexion. Он, Шри Чайтанья Махапрабху, он принял, он украл, он вор, он украл настроение и цвет тела Шримати Радхарани. Он подобен вору. И вот Шри Чайтанья Махапрабху, он подобен вору, и он украл вот настроение и цвет тела Шримати Радхарани. И сегодня мы поговорим о главном, почему Шри Чайтанья Махапрабху не зашел в этот материальный мир. Это какова же главная причина, поскольку Кришна уже пришел. That though Chaitanya Mahaprabhu, just now, Rupa Goswami Pada also speaking same way, is Krishna, Nama Krishna Sarupam. Krishna is there. Говорится, что Кришна, but actually, он, some change is there. Это он есть сам Кришна, но с особенностью. И какова же особенность? Когда Кришна пришел, он хотел так многое дать нам. Because Gosaiji also writing this way, Lord Rupa Goswami, Bina Krishna, without Krishna, who is going to distribute prema among three parts? Гуру уже говорил, кто, если не Кришна, он раздаст прему растениям. But Krishna's kripa is limited. Но милость Кришны она ограничена. Those who are reaching high level, only they can. Те, кто достигают высокого уровня, только они могут обрести милость Кришны. Но милость Нитянанды Прабху, Гауранги Махапрабху, она открыта для всех. Is not going to look anything.
Прабху, он не смотрит ни на какие наши достоинства или недостатки. Мы просто должны молиться, плакать своим сердцем и взывать к Гор Нитянанде. И тогда, когда Бхагаван Шри Кришна сказал в Гите, everybody is speaking, very clever. Everybody is speaking. Hey, pay attention to me. Manmohana Babu Madhijaj is very clever. He is doing all rubbish, rasa, this, that, all with women. People cannot understand. They cannot understand the mood of Krishna. И многие люди, они не могут понять настроение Кришны. Оно очень высоко, и они сомневаются в Кришне. Они хотят сравниться с Кришной. Кришна танцует. Ну, 100 crores Gopika, 100 koti Gopika. So what's wrong if I dance with two Gopikas? Сколько там? They express this kind of. They like to go into competition. Более чем миллиардом Гопи, а я почему не могу танцевать даже с двумя? То есть люди просто хотят. Repeatedly told this point. Хотят соревноваться с Кришной, и я говорил уже об этом. That my bhakti hi bhutanam amrito taya par kalpate. Мои бхакти ри бутанам амритуда. I told them repeatedly, but they don't believe. Huh? Everybody is speaking, worship me, show devotion to me. I very clever. Then Krishna took decision. What wrong is that? I am expressing everything, but they don't. И Кришна видит эту ситуацию, что люди не готовы принять его. Но так. Only object to be paid, shown. То есть Кришна говорит о себе, что я единственный, кому следует поклоняться, единственный объект преданности, но многие не могут принять этого. И тогда Кришна поменял цвет своего тела, свое настроение, и явился здесь. Инду мун, фул мун. Radha Krishna Pranaya Vikriti Radhini Sakti Rasmad Ekatmano Opi Deho Vedam Gato Tau Chaitan Maksham Prakata Madhuna Dayan Chaikam Aptam Radha Vabha Duti Suvaritam Naomi Krishna Sarupa. Who are him? И кто говорит об этом? Сваруп Госвами. Точная причина. Exact reason for why Chaitanya Mahaprabhu coming. Пришел Шачитани Махапрабху. И вот Веданте описывается, как Кришна и Радхарани, они объединились, но это очень чувствительная тема. На берегу Годавари можно вспомнить Рай Рамананда и Сваруп Дамодара. Рай Рамананда и Махапрабху, они обсуждали это, и тогда Рай Рамананда осознал, что мы говорим какую-то философию. Если мы... I have not that kind of audacity to express this way. I am not philosopher. Only by the mercy of those devotees that are taking dust powder from their lotus feet. So I am sitting in Rasasana speaking that. I don't know. I have the realization that not people can speak. But Rai Ramananda exact feeling he got that time at the bank of there Rai Ramananda watching. И вот Рай Рамананда говорит, For pure devotees, wherever they see, и вот Рай Рамананда, он сказал, что я вижу, что ты. Wherever they look, it is a you know visual. They can take darshan of their ishtadev anywhere they look.
Потому что я вижу тебя то, как Кришна с Радхарани, то как Гауранга, то есть в отдельной, то совмещенной форме. А Махапрабху сказал, ну, это естественно для чистого преданного видеть своего поклонения Господа во всем. Но Рамананда сказал, о Господь, пожалуйста, скажи, кто же ты? А Махапрабху говорил, нет, просто ты чистый преданный, и ты видишь Кришну везде. И поэтому это естественно, что во мне видишь Кришну, и Махапрабху, он ответил ему, что я Кришна, я Радхарани, и я Гауранга в одном лице. Но прошу тебя, не нужно об этом никому рассказывать. И вот Рай Рамананда, он осознал это, когда вот Радхарани с Кришной они объединились. This should be это должно быть your heart. Наше чувство, если вы хотите войти в Рагануга Баджан, Рагануга Баджан. Come on, man, you cannot understand the level you have to go up. Вы не можете представить, насколько высоко мы должны подняться. Это не какая-то философия, вы думаете, что если вы... На каком уровне мы находимся сейчас и до какого мы должны подняться, мы не представляем, насколько это высоко. И вот если вы заинтересованы обрести этот Рагануга Баджан, Рагануга Баджан, ну это, ну... То есть Рагануга... Not impurity there. Filter, if I use the one word I use, they can find fault. Filter mean more high. То есть Рагануга, Рупануга Баджан, то есть один находится, один более возвышенный, более утонченный. И Кришна с Кавирадж Госвами, он говорит, что каждая раса у нее есть свой, ну, некое особое качество. Each point, those who are dasa rasa, they are saying my rasa is unique and excellent. Well, we are not fighting. Is sakya rasa, if you want to develop that, you also use unique and neutral. Yeah, you know? But Krishnadas Kaviraj Goswami, all rasa is there. We are all, you know, excellent in their own point of view. Krishnadas Kaviraj Goswami говорит, что any rasa they are getting, they are actually excellent. Любого преданного, который ее практикует, она совершенно. Но если вы находитесь на нейтральном уровне, если вы беспристрастны, то увидите, что Мадхураса, она самая совершенная, поскольку в Мадхурасе можно найти все расы, все вместе. Five elements, foolish. Bomb means space, air, bhumi, earth, you know, kiti, upper, tej, fire, light, I mean, the five elements. If I go on discussing, you can find each other, this, you know, five elements, each element you from starting element, the second element, if you think, then first element is already there. Second, как Махарадж приводит пример с этими пятью первыми элементами, то есть можно найти, что в первом. First element is already there in second. Why, if you think about third element, first and second already there. Что в первом присутствует уже второй элемент, во втором первый, второй, в третьем первый, второй, третий, и так далее. То есть вот это огонь, земля, огонь, вода, воздух и еще что-то. И вот и также относительно раса-таттвы, мадхураса, она самая
великолепно. Это если вы находитесь на беспристрастном уровне, вы можете видеть это так, поскольку в Мадхурасе все расы, они уже находятся там, то есть уже все находится в ней. И в Мадхурасе также есть два вида, Сакия и Паракия. 16,000, 16,000, 8 то есть первое это 108 жен Кришны. Кришна принял их, они в Сакхи находятся. У них есть право говорить, что Кришна это мой муж. Но таким образом, великолепные расы, мы не можем получить какое-то другое чувство от этой расы. Тот уровень, на котором вы находитесь, если буду говорить, это далеко не каждый может осознать. Но нужно возвышаться выше и выше, и тогда вы поймете, почему Сакхия. То есть, и почему высокие расы, все великолепие Мадхурасы, ее высшую точку невозможно достичь, и поэтому Сакхия, я говорил о Шиле Дживи Госвами Паде, я так много хотел сказать, но времени мало было. Когда Дживи Госвами Пад говорит, что каждый гневается, те, кто глупые, то есть те, кто говорят, что Дживи Госвами, он не находится в наставнической преданности Рупы и Санатана. Почему? Поскольку он хотел утвердить Сакхию, он говорит, люди внешние, люди очень глупы и внешне видят так, но если посмотреть более глубоко, с различных точек зрения, я могу доказать, что Дживи Госвами Пад, он 100% совершенен. И Дживи Госвами Пад, он не нарушил никакой сиддханты Рупы и Санатана, а просто глупые люди, которые не видят вещи такие, какие они есть, они совершают оскорбления как Рупе, так и Дживе. Почему? Почему Дживи Госвами Пад знает, что Сакхия и Паракия, они находятся вместе, но Сакхия, она вечна. 100% нитья. Радхарани, if you think that way, вечна. Сакхия is nitya. Если вы думаете, что Сакхия она нечна, но Паракия она тоже вечна. Any kind of Baba experience in this material world, которое есть в этом материальном мире. What I mean to say, when Vrindavan coming что я хочу сказать, когда Вриндаван снисходит в этот материальный мир, то есть можно видеть там Сакхи и Паракхи раса, но на Галоке любая раса, которая явлена Кришной в этом материальном мире, которая чувствует преданные, у этой расы есть изначальная форма. Пытайтесь понять то, что я говорю, то есть любая раса, которая присутствует здесь, в этом Боума Вриндаване. Any rasa, any feeling by devotees, любое чувство Кришны или преданных и отношения между ними, это бхава. That originally there, изначально она должна быть уже там. Originally has what is not there in originally in Golok. How you find it? То есть то, чего нет на Голоке, как это может быть здесь вообще? That siddhanta is very perfect siddhanta. И вот эта сиддханта, она совершенно то, что изначально не находится там, в том мире, в этом мире, она тем более невозможна. И в материальном мире все расы, которые мы получаем, они материальны. Вы не сможете сравнить эти расы с трансцендентными расами, но так или иначе, прямо или косвенно расы, они находятся там. Так или иначе, расы, они, несомненно, там, а без расы никто не может жить здесь. Любое творение, даже комар, он получает расу, он наслаждается кровью, которую пьет с нашего тела. Эти свиньи, они поедают испражнения, и они очень рады.
Это, они тоже получают наслаждение от того, что они делают, и мы наслаждаемся какими-то вкусами, но это сладость, которая находится в Гураге Махапрабху Прамадхарма. Это очень высоко. Мы не можем ее просто получить отдельный раз. А материальная раса, она может погрузить нас в опасности, в проблемы. Now suppose you are going to get material rasa, ultimately you are going to be put into prison. Prison, you know? Jail. Например, если мы хотим получить вкус от какой-то материальной расы, то мы окажемся в тюрьме Майяна. But anyhow, with the association of окутает нас, но так или иначе, если благодаря общению с чистыми говорящими наше сердце соприкоснулось с настоящей расой, то тогда вы узнаете, что подобно тому, как Чайтанья Махапрабху в Аллахабаде он дал Рупа Госвами. It is my audacity. See, I cannot express that Krishna is the ocean of, you know, love. Представление о Кришне. Он сказал, что я не могу выразить величие Кришны, его красоту. Я могу просто дать некое представление. Просто вот, то есть я так много говорю только о том, чтобы дать каплю того, что из себя представляет Кришна. Кришна – это океан трансцендентных рас. Чайтанья Махапрабху говорит, если любой преданный получит хотя бы каплю той трансцендентной расы, это полностью наполнит все его сердце. All up and down were inundated everywhere. Where to go? Подобно тому, когда происходит наводнение, все затоплено. Now Chaitanya when coming, everywhere flooded. Когда он пришел, это было наводнение. I am a fallen soul and so idiot. I cannot get one drop. А я очень падшая душа и очень глупый, не мог получить каплю прямо, хотя было целое наводнение прямо. И so Chaitanya Mahaprabhu expressing this way. И вот Chaitanya Mahaprabhu говорит так. И будьте уверены, без расы никакое живое существо не хочет жить. Прямо или косвенно, прямо или косвенно они получают какие-то расы. И Гауранга аватар, он, у него особая причина, он явился, чтобы распространить прама-бхакти в этом мире. Враджа прему. That's why in Chaitanya и поэтому в Чайтанья Чайтамрите можно найти, что говорится, кроме меня никто не может даровать эту прему. Ни Рам Нрисимха, ни Вараха, никто. Только я вынужден явиться, чтобы раздать ее. Это мое личное сокровище. Это скрытая према. Это мое скрытое сокровище. This is my secret property. So only I will have to distribute this thing. That's why Chaitanya Mahaprabhu coming and distributes this prema bhakti. И только я могу распространить это сокровище, поэтому Чайтанья Махапрабху явился и раздал прему. А то время было особо, поскольку когда Чайтанья Махапрабху был в этом мире, был очень особый бонусный период. Кстати, у кого не было никаких качеств, никаких достоинств, то Чайтанья Махапрабху даровал им как качество для того, чтобы принять эту прему, так и саму прему. А мы должны совершать баджан, чтобы развить эти качества. И хотя Нарутам Такур в одном из киртани говорит, что без баджана, даже тем, кто не совершает баджан, тем Чайтанья Махапрабху дает прему. Но это говорится в том периоде, когда было Чайтанья Махапрабху в этом мире, поскольку дальше Нарутам Такур пишет. Что нужно совершать баджан, поскольку без садханы, садхи, нашу цель мы не получим. One kirtan, one line. То есть я могу объяснять каждый киртан Нарутам Такур. Очень долгое время они очень глубоки, очень несут в себе огромное значение. И вот в этих строках говорится.
your heart is chanchal. Try to get a settlement of your mind. Kaimani Kuriya Susar means try to harmonize your heart with Guru Vaishnava everything and try to get one solution. Not that still you are going to, well, I don't like it, I like to act this way. You cannot do Bhajan. You are speaking my following Guru Vaishnava, your symptom. Your character, your то есть просто говорить на словах, что мы следуем Гуру Вайшнава, этого мало. Ваша жизнь она не доказывает это. И вот Нарутам Тхакур говорит, Садан Бхаджан, вчера я говорил об этом. Почему? Шраван, Киртан и Смаран, они в одной линии. Написано почему? Шраван, Киртан и Смаран. Можно одновременно совершать. Поскольку если мы слушаем Киртан, то всего кто-то должен совершать. Если мы совершаем Киртан, например, по вашей милости сейчас я совершаю Киртан. Try to think over and again. When I am sitting in Vyasasan, when I am by the mercy of Guru Vaishnava, I like to glorify that. Я хочу прославить Сиданту. Glorify Lotus Feet Gaur. Then how I can glorify if I am not? То есть, а как я могу прославить Гурангу, если я нет Шарана, нету? I am doing Kirtan. At the same time, I am hearing it. То есть я говорю и слушаю одновременно, совершаю киртан и слушаю ее. I'm hearing also. I'm doing kirtan. That kirtan I'm hearing. At the same time, now it is my question in front of you. I'm doing kirtan. Вопрос к вам, если совершаю киртан, я слушаю. И как это возможно, если я не помню в это время о лотосных стопах Шичитани Махапрабху? What do you think? То есть, that means Саран is there. Смаран, памятование, тоже автоматически там. То есть, если наш ум не сконцентрирован на лотосных стопах Гуранги, то есть для меня это невозможно говорить об этом. И поэтому Шраван, Киртан и Смаран. Одновременно можно совершать их, и вы должны также, и вы должны также пытаться это делать. То есть чистые преданные, они могут это делать, но обычные люди, когда они, но их ум иногда он уходит куда-то, не туда. И поэтому их памятование, но не постоянно. Шукадева Госвами, когда он говорил Бхагаватам, Шукадева Госвами, он был полностью соприкасался с лотосными стопами Шри Кришны. Полностью, без остановки. Non-stop. Без перерывов. So, Guru Varga, и вот Гуру Варга, у них есть беспрерывная связь с Гуру Варга, и поэтому speak, для них это возможно говорить. Вот, как, например, Шила Шидхардев Госвами Махарадж, он постоянно говорил Харикатху, и эта Харикатха была с того трансцендентного мира. Почему? Поскольку он находился в соприкосновении с тем миром. И кто-то спросил Шрилу Прабхупаду, что вы публикуете каждый день Надья Пракаш. Откуда вы столько новостей каждый день берете? Надья Пракаш, это была газета при Шриле Прабхупаде, каждый день выходила и спрашивали, откуда вы столько новых новостей берете? Откуда? Prepares? Prabhupada, come on, man, you are mad. И вот Шрила Прабхупада говорил, люди, подумайте, Кришна, он властелин всех миров. This world, material world is material. Этот материальный мир. So you are getting so much news and expressing so much news from going out. В этом материальном мире так много. We are speaking about Tripadhumi, Krishna.
So you see where you, there is shortage of any news? Так много новостей, а Кришна, он властелин всех миров. So you see, что вы думаете, там мало новостей, и поэтому мы можем публиковать Надия Пракаш каждый день. И таким образом, не думайте, что Гурувага, они помнят что-то и говорят вам, нет, это не так. So Saurav Gosai is now speaking this way. Saurav Gosai speaking this way. That Radha Govinda, you know, что Radha Govinda, Krishna Pranaya Vikriti. In Rai Ramananda expressing this point, he is written there in Chaitanya Charitamrita. Radha Govinda. Radha Govinda. Radha, Radharani loving Krishna, Krishna loving Radharani. So their love, и вот любовь Кришны, you know, к Радхарани, Радхарани к Кришне, их любовь, она... Don't think it our way. Don't take it ugly way. Radha Krishna pranayo love vikriti distorted. Она как сказать... Ладини сакти расмат екатману опи искаженном... Бхуви пура девадам гатоу ту. This is vital point. Though Radha Govinda inseparable, you cannot cut Radha Govinda. Они неотделимы. One and single tattva. Они одна единая таттва. Only there. Только. You know, two. Otherwise, you cannot. Who is going to get taste? Aswadan. Aswadan, aswadan, rasa. The rasa you going to somebody need to take the rest of taste of rasa. То есть кто-то должен вкушать вкус этой расы. Раса должна быть тот, кто чувствует эту расу. И объект расы тоже должен быть. И все это на одном уровне должно быть, на одной платформе. Пытайтесь понять то, что я говорю. Раса. То есть кто-то будет наслаждаться этой расой. И объект наслаждения, то есть этой расы, тоже должен быть. И на одном уровне должно это все находиться, иначе невозможно. That's why и поэтому те преданные, они должны follow, you see, идти, продвигаться вверх, понимаете? Now point is that суть в том, что Шри Чайтанья Махапрабху wanted to get the taste. Он хотел обрести вкус. Это другое. Now point is that Radha Krishna, я вернусь к нему. И вот Радха Кришна, их према, она искажена, как-то такое слово. И I mean, when Radha Govinda gets submerged, а когда Радха Говинда не объединились, их чувства, что Радха и Кришна, through philosophy, I cannot express оно this, ушло, то есть чувство их отдельности, оно ушло. Deeply, то есть это очень deep, тяжело объяснить. Deep feeling. Radha Govinda totally unique and submerged. Separate dual conception gone. They cannot feel I am Radha, I am Krishna. И вот когда они объединились в форме Гуранги, то есть их чувство отдельности, что было Радхарани и Кришна, оно ушло. Но это очень тяжело объяснить, тяжело понять. И вот Джива Госвами, он хотел доказать, что Паракия, она тоже вечна, и Сакия тоже вечна. Если Сакия и те гопи, которые находятся во Вриндаване на Голоке, даже там я снова и снова говорил, что те гопи, их мужья, они не могут осознать, что внутри каждого сердце каждого присутствует Кришна, и в этом смысле Кришна, но муж всех. А гопи, которые танцуют с Кришной, они... When river rolling down from Himalaya, if there is impediment, then the river, you know, fire, like fire.
И вот это чувство, что ну, эти гопи, они этого не осознают, и благодаря этому это добавляет красоты к этой расе, подобно тому, как... Смысл того, что Госвами говорит, что если в отношении к Кришне и с гопи нету препятствия, ну, то есть это... То, точнее, если есть препятствия, это придает их любви особый шарм, особую красоту, подобно тому, как река, высокогорная река, если течет прямо, это ну, как бы не очень красиво, а если по пути, на пути этой реки встречаются какие-то препятствия, то... то можно наблюдать, что это только дает большую красоту этой реке. То есть красиво она преодолевает эти препятствия. И также гопи, у них ну, возникают какие-то препятствия в виде мужа, в виде каких-то родителей на пути к Кришне. И это придает особый шарм их отношениям. То есть гопи чувствуют, что у них есть муж и, ну, и прочие родственники. У Лалиты Вишаки, Саки и прочих. Саки есть какой-то муж, но Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, они на Голоке, если вы вернетесь, то у них есть только чувство, понимаете? На Голоке, на изначальной Голоке. There, if you go back, they will find those gopis are fearing. My husband can watch me. Они боятся, что мой муж может увидеть меня. Но мужа нету как такового. У них просто есть чувство. Only that feeling is there. Чувство того, что муж есть. I mean the rasa. И это чувство вечно. That rasa is nitya. Как раса она вечна. Бхактивинода Тхакур proving this thing. Yeah, Голока Вриндаван. Доказывает это, что на Голоке Вриндаване. I can speak to Kamsa. We can go to Kamsa. Они говорят, что мы пойдем в Камсе и пожалуемся ему, но Камсе там нету. Камсе нету на Голоке, только чувство есть, что Камсе есть. И на Голоке это чувство, оно вечно, и поэтому Сакия и Паракия, они обе вечны. И это чувство, когда Вриндаван снисходит в этот материальный мир, это чувство, оно принимает грубую форму, как гопи, как мужья этих гопи. То есть это... So Jiva Goswami Pad wanted to prove this point to save you all from danger. Because natural people they are so fallen, they cannot understand the love of Krishna. They can express doubt. They can try to imitate the Krishna consciousness. They can try to imitate Krishna consciousness. They can try to imitate Krishna Krishna doing rasa with Satagoti Gopi. I can go if I do with two Gopikas. What problem? И поэтому Госвами объясняют это так, что и Гауранга Махапрабху снисходит в этот мир, чтобы показать чувство, которое Кришна хотел показать нам, но мы неправильно поняли Кришну, и то же самое в Гаура-лиле мы обретаем, понимаете? В Гаура-лиле я снова и снова говорю под руководством Шрилы Прабхупады Шрилы Бхактивинода Тхакур, что Гаура-лила – это полное объяснение Кришна-лилы. Если у вас есть возможность как-то неправильно понять Кришну, то неправильно понять Гурангу очень невозможно. Даже в Гаура-лиле, когда Гауранга Махапрабху в один день... Когда Махапрабху повторял имена гопи, то какие-то ученики сказали ему, зачем ты имя гопи, повторяя имена Кришны, и он разгневался, хотел побить их. Distorted form of lava. Don't think Gauranga Mahaprabhu want to beat them out of some anger. Его чувство, ну, как сказать, недовольство этими учениками, это не какое-то, не какая-то ненависть. And they make a big meeting and speaking, well, Chaita, who is Gaur? Who is Nimai? He like to beat us? We can make a group and beat him totally. Yes, they took decision to
bit nimai. How big atrocity he like to beat us up? И вот эти ученики, они, в общем, разгневались, пошли, собрались в какую-то группу и решили побить Немая. И вот как только они решились на это, их все знание, их все образование улетучилось с их головы, подобно камфоре. Они, может, учились 10 лет, но в тот момент они... Все забыли, поскольку они решили побить Немая. И вот Немая, он понял, что он пришел в этот мир, чтобы дать им так много, а они захотели побить его из-за того, что неправильно поняли. So anyway, и поэтому он решил принять саньясу. Nima is big pandit, so much high elevated. Now he is taking sannyas for expressing humble attitude. We have no right to beat him now. Rather, we must love him because he is expressing humble attitude. Sannyas means humble attitude. Ну, саньяса значит это смирение и сочетание Махапрабху для того, чтобы изменить умонастроение тех, кто его неправильно поняли, он решил принять саньясу. И такова причина, почему Кришна решил явиться в этом материальном мире, чтобы раздавать прему без всяких ограничений. И он явился в форме Гуранги, и когда Гуранга шел к Ганге, Ганге из Сикшетра описывается, что Пратапарудра и все его жены, они сидели на слоне и издалека смотрели. For sannyasis, it is prohibited to watch one woman. На Махапрабху, который принял саньясу, поскольку для саньяси запрещено смотреть на богатых людей, царей и прочих. Но есть секрет в этом. Это как бы открытое учение. Скрытое значение каково, что это не значит, что саньяси не может проповедовать, не может общаться с какими-то богатыми людьми. Это значение таково, что это для тех, кто, у кого есть дух наслаждения. Махапрабху, он дал нам такой стандарт. And Guru Varga all explained this. My son, Chaitanya Mahaprabhu expressed this mood this way. Actual meaning is this: that you should not have any kind of enjoyment. Смысл этого, всего этого, в том, чтобы не развить и не поднять. If I can see all my daughters sitting, they are all rather sitting in different form. So why? It is prohibited. Then I should leave this place and go to solitary place to do bhajan. I am very happy. I am going to take darshan of all this different form Radharani coming in front of me, because I have no eyes to see Radha. I have chance, right? So I should see this. Махарадж говорит то, что мы должны видеть. Шичитани Махапрабху дал нам этот стандарт, чтобы мы были очень осторожны, то есть, как пример, на всех женщин мы должны смотреть либо как на матерей, либо как на дочерей. So Nithyananda going every home to home, so every home Nithyananda going, there is Mataji. If I go to your home to for begging, Mataji can come to give begging? Who can give bhiksha? Pitaji is outside for money. Pitaji always outside, so Mataji giving. So what problem is any bhiksha given to any sannyasis? Even Ramana, you can say Ravan came to get bhiksha. Who? Sita Devi giving bhiksha. It is the system. No, so Nithyananda, what is the bhiksha of Nithyananda? Nithyananda going door to door,
идет проседание подаяния, то есть обычно подаяние дают женщины, поскольку мужчины заняты на работе или еще чем-то, но в Индии такая система, женщины обычно не работают, они сидят дома, занимаются какой-то домашней работой, и а Нитя надо Прабху, который ходит от двери к двери, он что просит, он просит людей повторять святые имена Господа, Говакхари, это мое единственное просьба, я не прошу вас никакого риса, никакого муки, никакого зерна, и просто прошу вас повторять святые имена Господа Говакхари. Это моя просьба. И вот Нитянанда Прабху, он открыл Намахату в Гадруме. И Шрила Бхактивинода Тхакур, он говорит о себе как подметальщике этой Намахаты. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит о себе как о подметальщике Намахаты. Что это говорит? То, что это означает? Это означает, что Шрила Бхактивинода Тхакур не может позволить никаких посторонних вещей. То есть он очищает это учение от всяких неблагоприятных вещей. И также Шрила Махарадж, Шрила Кешав Госвами Махарадж, они все защищают сампрадаю от разных неблагоприятных вещей и говорит, что если вы не беспристрастны, не пытайтесь строить большие здания, большие храмы, поскольку это станет оковами для вас. Бхагаватам также говорится, что Кришна говорит Удаве. What is written? Man mandir kare dhiram. Try to make big, big temple. Ну, говорится, что пытается, Кришна говорит Удаве, чтобы он строил большие храмы. Try to make big, big temple. Строй большие храмы. Сам Кришна дает наставление Удаве, а Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, не нужно. И как же найти гармонию между этими двумя высказываниями? Поскольку выглядит, что Шрила Бхактивинода Тхакур не прав. А что хотел сказать Шрила Бхактивинода Тхакур? Я уже сказал, что Кешав Госвами Махарадж говорит, если вы беспристрастны, если у вас есть такой беспристрастный даршан, но обусловленная душа, она не может быть беспристрастна. У нее есть постоянно какие-то... Какие-то желания, какие-то. Why Maharaj coming to do bhajan? Why taking sannyas? If I told you, you are going to fight. Why don't you fight? Я и чужое. Ну и поэтому говорите, что вы приходите, принимаете сannyas и потом. To clean, and Namahatta. Namahatta means. И потом делайте все с. Pure Guru Vaishnava doing sankirtan. Концепция «я и мое», то и тогда зачем вообще принимали сеньяс, то могли бы заниматься этим у себя дома. И вот поэтому Намахата, она всегда должна быть чиста. Шрила Прабхупада говорит, что мы все, у нас есть одна общая обязанность. Cleaning dham, cleaning this sankirtan jagya place, Namahatta, is material action, material job. Еще кто-то говорит, что очищение дхамы это какие-то материальные действия, но нет, это бхакти, вы должны делать это. If anybody is speaking or Ravi say, why you are speaking this example? Если кто-то говорит что-то неправильно. Why? This Siddhanta is Bhaktivinoda speaking. Объяснить ему, что к чему это. Мы как Гауди Саньяси, это наша обязанность. Пойдете на компромиссы с теми людьми, которые говорят всякую ересь про нашу Сампрадаю, то есть вы попадете в ад.
То есть тот, кто говорит ересь, тот, кто слушает ересь, они оба попадают в ад на долгий срок, на бесконечность. И это наша обязанность. Если мы знаем, если мы видим, что кто-то говорит что-то неправильно, нужно объяснить ему, что к чему. И вот Радха. Самартмандир, и Прабхупад making, Прабхупад going against Бхактивинода Тхакур? No. Если Шрила Прабхупад строит большие храмы, или Шрила Кеша Госвами Махарадж, разве это значит, что они идут против Шрилы Бхактивинода Тхакура? Нет, это не так. Но для обычных людей это так. Они не могут достичь того беспристрастного уровня. So Radha Krishna Pranaya Vikriti now get distorted, or this feeling you cannot get in this stage. То есть их чувства отдельности, их дуальная концепция, она уже ушла. So high class feeling, Radharani cannot think that I am Radharani, Krishna cannot think I am that. Rai Ramananda speaking this. То есть они уже не могут, Рай Рамананда говорит преданным, что они уже в этой объединенной форме. Они не думают, что я Кришна, а я Радхарани. И вот когда они объединились, случилось нечто. Нечто замечательное. И это вы должны осознать. Radha Krishna Pranaya Vikriti Radhini Shakti Rasma Ladini Shakti. And try to remember this point without Ladini Kripa. И помните, что без милости Ладини Шакти, Хладини Шакти, enjoy hearing Harikatha, Kirtan, Parikram, doing Harinam Sankit, nothing. Ладини, it is a duty of Ладини to give you enjoyment. Хладини Шакти дать вам наслаждение. It is the duty of это обязанность Хладини Шакти дать вам наслаждение, чтобы вы получали больше вдохновения совершать баджан дальше и дальше. Это Хладини Шакти. И Сандини Шакти, она может дать вам this Guru Varga and this that Dhamma, this Sandini, this Sandini. If you can grow this relationship Sandini, this is Dham. You can realize. Sandini. Sandini Shakti. Guru Varga. Дать вам осознание. He is not material man. He is Guru. Guru Varga. Material you can see is all like ordinary people. То есть внешне выглядят все люди как обычные люди. Guru Dev он тоже выглядит как обычный человек. So don't try to go too near. Shakti, вы можете. It is my request to you. Don't try to go too near. And my request to you, не пытайтесь быть как-то физически близко с чистым преданным, поскольку можете случайно найти какие-то ошибки в нем, и это скинет вас с пути баджана. Как, например, во время Шрилы Прабхупады кто-то хотел пойти получить даршан вам Шидас Бабаджа Махараджа, но Шрила Прабхупада запретила. И поэтому... Oh, you coming? They change this with Gamcha, they're sitting sometime. И поэтому лучше не быть чистыми преданными физически рядом, поскольку можно что-то подумать о них неправильно, и это будет. И это просто скинет нас с пути баджана. И поэтому очень хорошо, если вы находитесь на безопасном расстоянии. Подобно тому, как вы куда-то вы ведете машину, вы должны всегда поддерживать безопасное расстояние. И также вообще не с чистыми вайшнавами, вы тоже нужно быть на безопасном расстоянии. Шрила Рупа Госвами много говорит об этом. И вот
Таким образом, это чувство, и оно за пределами вашего осознания, понимания. And so they get summer, this very vital point. Now this, you know, Chaitanya Mahaprabhu, вот now Chaitanya when Mahaprabhu, coming, когда... sometime expressing the mood of, you know, Gopikas, Radharani's bhav, you know, sometime expressing Krishna's bhav, иногда он выражает чувство Гопи, чувство Кришны, Шивас Ангани, taking everything, Ишвар бхав, it is kin, Ишвар бхав, mixed. First in starting you get a mixed Ишвар бхав. No mixed бхав. То есть это такая была смешанная бхава. А потом она стала чистой. Как, например, в Сидарангане, он положил все шалграммы себе на колени и спросил: «Шивас, смотри, кому же ты поклоняешься, смотри». И вот он сидел вместе со всеми шалограммами, и Шивас начал поклоняться ему в воде Ганги и прочими принадлежностями. И где же Сидар? Где Адвайта? Зовите их. Let them see. Пускай они видят, ну, кто есть я. Это, ну, это его такая была, как сказать, Сивас, Вадатар. What kind of problem there with me? Why I am faint? I cannot. Something happened. Think. I cannot remember what happened. Expressing this way. То есть это было. The first mixed bar. The mixed bhav gone, after that again took sannyas, then you can be Radha bhav gopika. Radha bhav directly cannot so, because people cannot take the post of Radharani. Very secret Siddhanta. I cannot take the post of, you know, Lalita Sakhi. Very secret Siddhanta, I can discuss this. I cannot take this very, you know, like demo. You can follow him. Mayavadi, Radharani Guru. Though there is no fault with Chaitanya Mahaprabhu, because Chaitanya Mahaprabhu himself, Radharani, but still, it's Manjari Bhava expressing, you see. So this way, to distribute this prema, which is only available inside Mahaprabhu, чтобы раздать эту прему, которая доступна только во время давания. Prema. И ту самую конкретную прему у нас есть возможность обрести. Гопи прему. Чайтанья Махапрабху хотел даровать ее через санкиртан, и он также совершал санкиртан в Нилачале, где он. И через санкиртан Чайтанья Махапрабху хотел доказать нам, что если наша санкиртана совершенна на 100%, то вы вскоре почувствуете, что нам Брама он может явиться вам в форме звука. In this Harina, в этом Харинаме, в этой Махамантре, вы можете найти всю лилу Кришны и все прочее внутри этой Махамантры. Inside this Harina Mahamantra, today you go on doing. И вот вы совершаете Махамантру, если вы достигнете совершенства в тот или иной день, то автоматически вы найдете, что вы можете в этом Харинаме видеть все. You can see Radha Govinda, they are all their pastimes, Krishna Lilu, Radha Govinda, их лила, их дама, их обитель, их спутников и все остальное, что связано с ними. Но в начале всего преданный должен следовать чистому Вайшнаву, чтобы получить настоящее учение, что Джагадананда хотел сказать. Сарал значит. Until and unless you can prove 100% Saranagati, пока вы не предадитесь лотосным стопам Верховного Господа, вы не станете, не сможете стать искренним и простосердечным. То есть у материальных людей может такая простосердечность быть, но это... If submission is not there, then your, you know, ну, в нашем случае, если у нас нет самопредания, то есть мы не получаем
качество вот просто сердечности, оно не может быть в нас. Для этого наше самопредание должно быть совершенным, одобренным Гуру Варгой. И только тогда мы сможем получить Харинам и повторять его согласно наставлениям Гурудева. И тогда Харинам, он может явить нам все свои качества. И вот сегодня день явления Шри Чайтанья Махапрабху. This way, this look is very important. И вот эта шлока очень важна, которую Махарадж произнес. Есть три причины, почему Махапрабху явился в этом мире. Сирадхая праная махима. Кидришо ванейва свадда жейнат бута мадрима. Кидришам мадьяха. Сокчам часья мадана бхаватаха. Кидришам. Байти лобхат самаджани сачигарва синдху хариндью. It's very nice shloka. But any time to explain. I can only today. What time? 10. So I can now, skeleton discussion I can speak today. After some time I can speak in details. Okay? If you are lucky, then you can hear it, of course. И вот сегодня я кратко объясню эту шлоку, и вот три самых главных причины, почему Кришна явился в этом мире. Кришнадас Госвами пишет, что есть тысячи, не тысячи, даже бесчисленное число причин, почему приходит каждый аватар. Но в этом случае есть три главных причины. Первое, Радхарани, она очень любит меня, и какая же это любовь, какое же это чувство, ее чувство настолько высоко, что я не могу понять, что же находится во мне, какое же великолепие во мне, поскольку я сам не могу получить этого чувства. And what is there inside me, so that Radharani feeling this kind of, И что же, что же есть во мне, что Радхарани чувствует? So these three things. So for this reason, вот ради этой причины, Krishna thinking that if I, он подумал, что сам Кришна, он Верховный Господь, но все же. If Ashadam, Asadya and Rasa, three separate existence, if not there, then who can get test? How can get test? What is the object of test? I told you. То есть кто получает расу? I told you this slogan. Чем? Only for this reason. То есть для чтобы. Экаки нойваромате. In Upanishad one slogan is there. Экаки нойваромате. If I'm alone. Чтобы получить вкус этой расы, должно быть три составляющих. То есть кто наслаждается, кем наслаждается это чувство. Upanishad. И поэтому I'm one and unique, but I like to вот в Упанишадах говорится, что я один и един, но я, чтобы... If there is no devotee, if there is no Radharani, what is the value of Krishna? Во многих формах, чтобы получить наслаждение. И подобно тому, как Шри Кришна один, но... Nobody can know. Но... Very excellent. And the procedure, how to satisfy the spirit is there. Three desires inside, strong desire. Strong desire. I would say. Three desires inside, strong desire. I would say. To satisfy the strong desire, Krishna took decision to steal the body color, golden complexion of Radharani. And Krishna, чтобы удовлетворить все эти желания, он решил украсть. Then he took, цвет тела Радхарани и ее чувства, и он явился здесь в форме Гуранги. Я уже говорил вам раньше, что если чувство Радхарани украдено, то Радхарани осталось, а ее чувство украдено, это Гададхара.
Another Godadhar is there, Godadhar Das. Godadhar is Godadhar Das в Ариадахе. That Godadhar Das is the effulgence. Godadhar Das is the сияние. Light coming out of Radharani. Свет исходящий из тела Радхарани. That и тот, Shakti took the form of Shakti приняла Godadhar Das. Форму Годадхар Даса. Если я буду так обсуждать Горалилу, это долгое время займет. То есть это очень глубокая тема. У меня нет никакой ненависти никаким ачарьям. It is my request to you. You try to find out this reason for why I cannot get, you know, and feel comfortable to sing, whereas I can feel comfortable anywhere. You can take me. There's some secrecy is there. I can think. I can feel that you are intelligent. If you can try to get the answer yourself, if you put in front of me, I need to speak answer. You can think otherwise. I love everybody. Not that I hate somebody. Sometimes I avoid. Sometimes it is a rule. I like to avoid somebody because if there's sankirtan, if I like to do purely, then I will have to do it as a procedure. So, совершать чистый санкиртан, то должны избегать тех мест, где его совершают недолжным образом. И вот вчера я хотел сказать еще о Мамгачи, Мададом Двипе, Бандирваде. Но я вчера много говорил, забыл об этом месте. Yes, you can remember. И вот вчера тот Гуранга Махапрабху, когда он пришел к Вишну Свами и пообещал ему, что ты тоже можешь встретить меня в моей лиле. Валапачарья, не Бхарадвадж, а Валапачарья. So you can please add this portion with yesterday's speech, so that people can misunderstand me. I forget. Bharadra is the sea, not that. И вот actually, не Бхарадвари, это, в общем, был Вишну с вами со вчера. А also Chaitanya Mahaprabhu went there in Arayalgram, in Yamuna, Ganga Yamuna Saraswati crossing, Arayalgram going in Allahabad. They are also going to his home with, together with Rupa and Anupam, also going there. They also, if I discuss, they are very nice point there. One Brahmin came there, discussing. Mahaprabhu asking question, giving answer. Very nice and excellent point. Gaudiya Bhajan, excellency. I can discuss, please excuse me. Now actually no time actually. If you have any question, you can put in front of me. I like to discuss in detail. Whole life, even after if I leave my body, still you can find. I'm singing these stories, you see. Never misunderstand me. Если есть вопросы какие-то? I give answer to every hand. Maharaj, what? Pardon? Very nice pravicha. No, that is not question actually. I don't like to hear that kind of comment. That was my question. I'm become very happy if you can. Я буду очень доволен, если вы будете следовать Шри Прабхупаде и Шри Бхактивинода Такура. Если все будете следовать учению Шри Прабхупады и Шри Бхактивинода Такура, я буду очень доволен. Есть какие-то вопросы? What Radharani feeling? Until and unless I take the Baba of Radharani, I have no right, I cannot feel that. That's why I must take the Baba of Gaudi body complexion Radharani to guise myself, in guise the camp, to express that I am devotee. Chaitanya Mahaprabhu sometimes expressing the mood of devotee, sometimes expressing the mood of Krishna, sometimes expressing the mood of Manjari. Many, you see, excellent. And all the teachings of Chaitanya Mahaprabhu, you must know
explanation, I mean vyakhya, purport, otherwise you cannot understand. Even Narottama Thakur writing one kirtan, one kirtan will take long time to discuss, maybe 7 days, one kirtan. So nice, Baba, there, Parthana Prem Bhakti Chandika. Горкисадас Бабаджи Махарадж. Вот Наротам Кирты, Наротам Такура, они настолько глубоки, что нужна неделя, чтобы объяснить каждый силу Горкисадас Бабаджи Махарадж. У него было только две книги Партхана и Према Бхакти Чандрика. Он всегда носил их с собой. Вот он всю свою жизнь не читал, и вообще не планировал никаких книг, только вся его собственность была вот только две книги, какая-то емкость для воды, и собственно все. И то есть эти книги, они очень глубокие. We like to go that kind of, when people can think it's a mad Maharaj, you dear, then you are lucky. When people can speak like that, he's mad actually. Ну, в общем, смысл в том, что мы должны получить те чувства, которые описываются в киртанах Шилы Наротам Такура, Шилы Бхактивинода Такура. То есть мы должны совершать киртаны. Ну, и в этих киртанах описываются все чувства, все качества, все состояния, которые случаются с нами на пути Хари Бхаджана. In the meantime, you must do kirtan. Big kirtan should be there. From 4 o'clock or 5 o'clock, you start kirtan. Abhishek, mentally you can do if you have power. Or you can arrange. Можно совершить абхишеку в уме, либо физически, если есть возможность, но так или иначе, Махапрабху, мы хотим видеть явление Махапрабху в нашем сердце, и это главное, ради чего мы совершаем Гуру Мандал Парикраму и слушаем Харикатху. И вот после Гуру Пурнимы еще будет несколько лекций, завтра вряд ли, а послезавтра и после. В общем, еще будет несколько дней Харикатха. Завтра, скорее всего, не будет, а послезавтра будет. Время уточним. I cannot speak. You don't try to keep close watch on me like going the department, forensic department, like you know, spy. No, I am mad. I can go anywhere. Like bird. Oba, if you like to put me to cage, you can miss Harikatha. I told him yesterday. I am like I'm a bird. I am flying this tree, that tree. Махараш, говорит о себе, что он подобен. That day in Nilachal, I am sitting in room with Kamcha and speaking with our devotee, one Mataji, and he coming. Ну, подобен птице, то если мы хотим получить Харикатху от него, то есть он может прилететь и сказать, то есть его нельзя так поймать и насильно заставить говорить, Махараш так не может. Budhan was joking with me all the time. So I had to pass away, big problem.